Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о лайфхаках, которые касаются независимости от какой-либо это iOS. О чем идет речь? Идет речь о том, что вот у меня есть название папки, она может быть либо же пустой, либо же вот мы сейчас ее изменим немножко. И дадим ей другое название. И вы уже будете сами отталкиваться, какое лучше название выбирать. Вот, я, допустим, скопирую это название, а вставлю другое. Вот, как вам такое? Вот, либо это будет яблоко Apple-овское значение, логотип, либо же это будет пустая иконка. И как вам нравится это? Что бы вы ни выбрали, оно как бы актуально, оно будет красиво и... своеобразно, потому что любая папка имеет свое название, там ее лепят либо смайлами, либо же каким-то названием и так далее. Но есть такие два способа, которые я предложил: либо же это будет логотип Apple, яблоко, либо же это будет пустое значение. Как это делается? Зайдете ко мне в описание, покажу точнее, как это будет выглядеть в описании. Вот видите, вам нужно будет в скобках скопировать то, что я здесь написал. Вот где в скобках пустота, это будет пустое значение иконки, а где будет яблоко, копируете именно в скобках то, что внутри. Сами скобки не надо копировать. И вот так само яблоко. И просто добавите себе в значение папок. Ничего сложного в этом нет. Если вы не сможете каким-то образом скопировать, напишите мне в Инстаграме, я вам с большим удовольствием туда отправлю. И как бы оттуда перекопируйте, сделайте себе заметку, либо же сделайте шаблон, как я себе сделал, и будете себе вставлять. Либо же это будут пустые папки, либо же это будет значение логотипа Apple. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео, и не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. B2B – ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделием. Здесь предоставлен выбор выплат еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Также пишите, пожалуйста, может вас будут интересовать какие-то новые актуальные темы. То, что вам нравится, проведите голосование там. И как бы я с удовольствием к вам прислушаюсь и буду писать какие-то, возможно, новые рубрики, что-то отдельное, что-то интересное, то, что вас интересует. Вот как-то так. Всем пока.